Всем привет, с вами Топси 377, вы на моем канале. Сегодня играем мы в Game Burner 3. Кстати, в прошлом ролике я забыл зайти во вкладочку Developers. Создатели. Он Iceberg Studio, Black Sea, VAP Pro, Play 61 и всякие Slava Play Friends. Кстати, я устраивал голосование в сообществе. Ну, в Ютубе сообществе. Проголосовало только два человека. Game Burner 1 и Game Burner 3 выиграли. 50 на 50. И мне написал сам создатель Game Burner 3. Ладно, что мы тянем? Давайте играть. Я буду говорить недостатки в игре, а Iceberg Studio, думаю, в следующем обновлении, если оно будет, поправит это. Во-первых, у меня на ультра стоит, и текст все равно нечеткий. Размыто. Пока что особо минусов нема. Вот вся игра с этими цветочками коротенько. Хочу трошечки дольше. Хочу, чтобы игра чуть-чуть была сложнее. Так, идем дальше. Угу. Так. Сейчас. Побежали. Он, кстати, звук лавы. Главное не проиграть. Кстати, на ноутбуке играть гораздо легче, чем на телефоне. На телефоне куча пальцев нужно вот так знать. Эй, вот на экране. Бу-бу-бу-бу-бу. На компьютере гораздо легче. Хотя у меня не компьютер, а ноутбук. Длинный коридор. Горло просто-напросто. Можно хотя бы тут звезды было добавить. Сейчас тоже схоже на труп. Так. Ну что ж. Тихо. Ну а так в целом в этой игре нема никаких недостатков. Я так разумею, что вы хотите что-то запропонувати. Начал гнаться. Он, смотрите, вот цей срачок, про який я говорю. Все, его задавило. А теперь торжественный момент. Прыжок! Go to sleep. Ладно, ребят, на этом все. Напишите в комментариях, понравилось ли вам видео. С вами был Топси 377. Всем пока!